Уважаемые телезрители, внимание на экран. Парни, да что тут, карта целый час идет, что ли? Тут тикетов до хрена было, походу. Тут, наверное, 1000 тикетов, 900. Наверное. А, 900 у них. У нас 900, у них 850, понимаю. Ладно, Пок, это фас, ехали сюда, сейчас нам вот этот Джафар принесет суплайк. Так он же пустой суплайник. Нет, Джафар. Суплайник завелся, здесь суплайник рядом с нами завелся. Прям в соседнем яблочном этим. Блять, Зушка. Зушка. Я к нему бегу. Я патрон несу. А наша вертушка минус. Как она выжила? Чё они с РПГ сделали? Это вот просто нереально, скорее всего. Блять, меня свой же заранил. Ебать, так на таган полтину взял. И все. Его послал в калашар. Да. Просто. Закидывайте патроны быстрее! Нет, гранатометчик. Закидывайте патроны, у кого есть. Закиньте патроны. Вон патроны закидывайте. А какой у вас план? Так, где она едет? Вон она едет, на 15. На второй. Отойдите второй. Все от Товки! Чтобы не разорвало! Уезжай, блядь, куда ты стреляешь-то? Есть минус! Лавка минус! Хорош, хорош. Кто с кем? Это талибы с этими британцами. Лакар, ты типа как кам. А, такая цветная. Да. Где заставка у нас? Заставка, где? Может, на заставку поедем? Тут. Далеко он. Хотя успеем, может, поехали. Быстрее садись! Бля, сука, заебались, а... Держись, задворники, да, маркеры, задворники, держись. Это стоп-хам, стоп-хам сраный, дави! Задворники! Дави стоп-хам! Задворник схватись, тут мощный. Ножом вот капот воткнись, типа. Блять, стоп-хам выпал, блять. Да пойду попробую там. Он это, он текет. Не, это я текаю. А, это я текаю. Ой, он пошел лечиться, пошел. Товка. Чтовка умная такая. Блять, у нас оба распиздячили. Это Макасман. Блять, гражданский, ой, с автоматом пришел сюда. О, вижу Маркс, пришли ездить. Ой, я его убил! Камнем, хуярьте камнем. Бьем мы. Тут Агрэдик сейчас косач стреляет. О! Как пацана вверх встают. Куда побежал, сука? Стой, твари! О, к этому! Конец. О, я ему в голову попал с камня, и он умер. Бля, минус. О, у кого-то еще минус 500. А, пацаны. Беги. Блять. Да нахуй вы под наручники, ох. Ебать, что было сзади. Вы бы видели бы.
Видели. Как лили. Это был снайпер. Слушай, ну фобу надо где-то ставить западнее. Ну я сказал. А, вот сейчас первый летит, он сейчас привезет. Тут ящик лежит. Пускай, пускай. Леви, 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 куда-то полетел, ну транс. Сейчас, сейчас, сейчас. Пошли, попробуем, да? А вы, собственно, где? Я вас не вижу. Правильно, я тебе. Ну там же, где ты нас высаживал. Вот, леви, 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 леви. Бросил он ящик? Вижу. Нет. Вот летит, давай, прям, 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 блять. И сбрасывай, сбрасывай. Собака, еще один снайпер, смотри, его убил. Или нет? Да. Два вертолета. Топас, я врезался на шьюк, но вроде тебе ящик скинул, не знаю. Да. Топас, как его убил? Спроси у своего сотрудника. Блять, сука, это вообще достало, черпами жди. Ликс. У нас так, на мейне сидит. Сидит один. Я просто теку, я к Минди побежал. Уже, ебать. Тут... Заша, заходит, заходит, заходит! Жилка, ты откопал фобу, да? Одного там убил с РПГ. Нет, китана. Там лад был. Красавчик. Крюк, крюк, крюк. О, десант! Вот, блядь, еще и танк едет, на. Кто там стоит сзади? Ой, внизу. Не, ну Мэгас вроде нормальный, чел. Минди, кис, я вот на лестнице. Только кэшу... Минус один еще. Разорвало чувака. РПГшник стоит просто, блядь, не поймет, куда ему стрелять. Ну ёб вашу мать, блядь. Глаза, блядь, разбегаются, да? Пехота зашла. Блядь, прям на этот, на фобу заехал. С даном. Десант, десант, десант. Готовься там снизу. Снизу, готовься. Все, я пустой, я ухожу. Ты не попал ни разу. Я пустой, я пошел заряжаться. Гранат кидай, погоди. Там я одного убил я. Может, двоих. Пустынь, еби этот ебаный БТР. Давай быстрее, блядь. Мне, наверное, тикетов уже мало, на. Или танк. О, а он не попадет в него, блядь. Сейчас отойдем. Ну, ну если хоть что-то сделай с ним хард. Отойди, отойди, может, зайдите. Хотя бы промажет, я не знаю. Убит, убил. Убил. Еще гранат есть, кидай сразу. А, ты имеешь, куда? У меня что ли было себе? Заранчу, фобу ранили. Не выходите от кэша, ну не смотрю от кэша, блин, а! Не активно? Да, погонь. Сказал же, не смотрите, дебилы! Всё, извиняюсь, я на кэше лежу. А нахрен ты смотрел в окошко, в танк? Извини, я глухий. Блять, агрессивный звук, кассу. На кэше лежу. Ну все, убили всех. Долбоёбы ебаные, блядь. Синяки сраные. Там танк стоит, он смотрит в окошко, как он стреляет по нему. Камнями забрасывай! Давай, перепушками, блядь. Вопрос, можно как камни взять? Я только у медика. Это у медика. Блядь, давай в голову. Все, он даже всех переводит. Чай, батя, стамина кончится, отпиздим. Он убегает. Он тоже в воду может прыгнуть, не забывайте. Вопрос, если я кулаками ударю, я же не перестану быть цивилином? Нет, не-не-не. Можно сейчас подойти, блядь, в спину, короче, кулаками да, да, да. Набить. А как камнями закидывать? Сколько нужно ударов, чтобы... Ай, убил! А это новичок, походу, какой-то. Ребят, ребят, сколько нужно ударов с кулаков, чтобы убить? Не знаю. Медик, чё подчёшь, да? Минимум 5, я тебе так скажу. Хочу подойти в спину, он короче. Уже, он уже это, пыхти. Я два раза его ударил. Я тоже, я один раз ударил. Мы убили! Убегаем, убегаем, убегаем. Кулаками под лес, под мост, под мост. Он едет там? Не, он стоит, подберись ближе под мостом. Ха-ха, ебать, меня шлепнули. Они просто верхушку только выставили, получается. Ты чё показал? Мортари? Я хакай, вы умерли как гражданский, ёбаный в рот. Я не понимаю это по-русски что-то. Парни, посмотрите на воду.
Посмотрите на вот. Там утонул. О, чувак утонул. О, ракет. Жалко его. Да, в воду упал. Они его расстреляли. Надо отсюда уходить, тут, блядь, люди с автоматом пришли. Ого, еще и с гранатометом. Топаса, когда рядом люди с автоматами нам не засчитают? Нет. Радиус 20 метров от автомата хотя бы. Еще одна едет. По мосту, на мосту, на мосту. Надо, чтобы задавил. Блядь. Как гражданский. Стреляют, стреляют, уходите. Они стреляют. Видали? Уходите, стреляют. Стреляют, уходите. Видали? А как? Бил. Я тебя задел. Опять страховка не выдержала. Ща. Ставишь? Топос, да, пошли, да, да, пошли, ёбнем этих челов. Мы залочили ее. Все хорошо, так вот сейчас будешь резать. Да, мы камрад, можно. Камрад, тебе как? С севера оттуда скомнить. Я и так бы ранен. Вот здесь синяк ходит, северный синяками. Слышал, завелось все-то? Ага. Пока трубу разложу. Вижу гелик, вижу, вижу гелик, все, гелик. Всех захватили. Ты чё? Чего, бля? На патроны. О, на патроны сюда, заряжай быстрее! Убежал, 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 смотри, его убежал. Он сейчас обойдет. Куда убежал? Да. Он сейчас обойдет. На 30, на 30, на 30. На 30 за зданием желтым. Их двое было. Это тебе патроны скинул. Там, кстати, хатник. Нет, ватник был, ват, по-моему. А может хат. Здесь за контейнером, за деревянным. Принял. Убил, 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 убил его все. Так еще один, значит, остался где-то. Своих, тихо-тихо-тихо. Ага. Он... Мы бы даже не доехали бы. Слышишь, Бобки? Боже, наконец-то! Да, нормально. Все, все благодаря Эвенджеру, который сейчас уничтожал вражескую пехоту. Да, да, да. Все, тем самым, он стимулировал контрнаступление на... А, ну, а где вражеский транс вообще? Духонемой, блядь, пидорас! Иди нахуй. Сам иди нахуй, тупой, блядь, имбецил! Тебе говорят, блядь, не сворачивай! Едь вперед, блядь! Бомб танкуй, блядь! Включи мозг, баран ебучий, блядь! Не сворачивай, блядь! Не сворачивай, алло! Ебать, это ивачка можно прикуривать, нахуй. Хранитель кэша, блядь. Притворись мертвым, чтобы спасти кэша. Реально, слышь, трупы, короче, запрыгни, блядь. Да ну, пока ты это не можешь, чё, возьмёшь Ро, автомат. Чё, Ро, ты накопал Фобу? Ро. Чё, накопаешь Фобу? Не-не, я то тут перестреливаюсь с чуваком. Ранили меня. Но ранили. Меня жмёт в дали. Фобу надо капнуть. У нас тут пехотинец был, слышишь, мы проехали его. На втором? Не-не-не, у нас вот тут вот на перекрестке. Сейчас перестреляю на фугас. Вот тут у нас за забором слева был пехотинец. Блин, я раненый. Вот он, блядь, настоящий пельмень. Держи хиты. Так, что-то объехать можешь? Все, заштурмировали.
Ну как он знал, что тут прямо здесь кэшмен на меня бежал? Валинг, ты здесь? Я одного убил. Да, здесь. Прям сразу бежал, не это я. Как будто знает, что я здесь сижу, блин, прям где крыш. По моему звуку, как будто он над нами. Горячо выбил. Какой даун поставил, блять. Очень даже весело же. Прям из зал, как будто здесь. А Фоба стоит, кстати. Так, меня через балкончик бы не убили. Сейчас, да. Смотри. Смотри, только не это, посмотри и не выглядывай. Да, там это, с балкончика смотрит. Не косись. Ой. Свой заходишь, да? Блин, Райна, он Райна меня не видел сейчас, где он таких... Нет, я... У вас фобус. Я захожу. Ага, я думал, ты заходишь, а тут еврей ходит. Ну, там был еще один. Не подходи к этому кэшу, там посвол херачит. Не высовывайся. Чего притча выбил? Грена, мне Грена! Блин! Не успел убежать. Теперь у нас 3 кпшки. Слева супа нет, ой, это, хамяк слева. Хат, кстати. Сейчас я разрежу. Сколько он, один, не один был? Да и двое же. Блять, еще бета где-то стреляет. Ой. Ракета какая-то. Да. Это товка подставили на Альхидире. Ну хатника они уже успели взять. Блядь. Ко мне вот хоть байда едет. Я слышу. Баные. Или мне кажется. Давай, вперед. Зади нас, Сашка. Не вижу. Убежал. За забор. Да, за забор. Забей, просто катаемся под фланг, блять. Короче, объясняю, хуесосина зашла через мамбл в этот. Ну, войс, короче, как третий складной. И включает, блять, гимн Украины в складной чат. И его забанить-то нельзя, потому что он на сервере не присутствует, поэтому а тапочек срочно шарик сделать. Такие дела. Я поэтому все это время молчал, ничего не. Блять. Ладно. Тебе. Вон там на 60, смотри какая. Не наступи. Там, кстати, топку построили. Да, спайк. Светит, блять, это пиздец, они поставили сапог на горе, никто с него не стреляет, блять. Смотрите подруги, растяжки. Они его зарядили. Ну а чё? Шпарку на растяжку бежишь. Это пиздец. Какой дебил сюда поставил растяжку, дебилы? Так, а где? Убирайте оттуда, блять! А где она? Да вот прям на кэше! Выкапывайте. Это нажимаю, что ли? Да хуй его знай! Ладно, что это было, ребята? Растяжку поставил, дурень. А, нормально, он хорошо сделал, красиво. Всем дед? Да, а нет, меня можно. Меня я можно. Бля, сырана, просто кушаю, бля. Чё жрёшь?
Да, просто взял, блядь, с этой... Как его, шаушница готова быть. Типа там, блядь, гарнир, там мясо. Ну, двое. А я запеканку, короче, хавал. Катушами. Гауски, ты меня видишь? Я в дыму. Да, я понял. Я лечусь. Супай, а что мне кажется, насказ заземнёт, ты чё, блядь, смотрел, считывай, и в 40, нет, в 37 минут нас заземнёт каз, блядь. Это чё, у меня вот информация есть. Супай вражеский подъезжает. Это наш. Ебать, я тебя фобу вижу. Миномёты работают по нашей фобе. Ебать, она какая большая, это фоба. Вот так толки про мой хуй говорили, а, блядь. Ну, не суждено. Они, короче, я зумерший, да, блядь, договорился идти на концерт 12 числа Моторамы, блядь, хотя я их не слушаю, блядь, даже. А сколько ей лет? 19. Чё так много, блядь, старуха с вами. Не серьёзно, представляю, что я их не слушаю, блядь, она сказала, чтобы я ей билет покупать, ну, как колд истинный симп, да, я предложил ей билет купить, блядь.